По поводу учеников школы, которые хотят стать учителями школы. Я не против, я скорее всего в этом году начну проводить семинары, которые будут посвящены тому, как обучать людей проводить первую ступень. И я приглашаю всех людей, которые в дальнейшем хотят обучиться, пройти у меня такой семинар, как обучать людей, которые придут заниматься эзотерикой. Но человек, который собирается таким образом получить от меня информацию, я публикую его фотографию и номер телефона и место его расположения у себя на сайте Дуйкогуру, и вы сможете свободно преподавать первую ступень эзотерической школы Кайлас. Сколько необходимо человеку платить в тот момент, когда он начинает заниматься эзотерикой и преподает первую ступень школы Кайлас всем желающим? Такой человек должен будет платить мне $1200 в год, по $100 каждый месяц, независимо от того, является ли он, преподает он или не преподает. То есть вы прошли, после этого один год, на один год покупаете пакет преподавания. В случае, если вы не преподаете, то тогда на следующий год говорите: удалите меня с сайта, и мы вас удаляем, и за вами долгов никаких не имеется. Таким образом, мечта людей, которая была связана с тем, что они хотят преподавать в эзотерической школе Кайлас, будет осуществлена. Сегодня я не вижу для этого совершенно никакой проблемы. Пожалуйста, хотите преподавать, пишите заявки на преподавание, с удовольствием проведу для вас курсы.